Великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московской и всея Руси, и Господина нашего, Высокопреосвященнейшего Илариона, Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского, первого иерарха Русской зарубежной церкви, да помянет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и пресно, и во веки веков. Благохранимые страны российские православные люди и отеческое Россия несущие, да помянет Господь Бог во Царстве Своем всегда, и не пресно, и во веки веков. Страна сия, всех первых благочестия живущих дней, да поменяет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Сочестнаны нас сияли, за святые обители сия, священных святых духу, и все еще пресвятых и родных Господь во Царстве Своем, всегда ныне и присно, и веков. Святые Слово наше, со всех великих и страшных, за веру православную, да поменяет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Всех вас православных христиан,